Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Как-то я снимал видео о том, как перевести деньги с карты Сбербанка на карту любого другого банка без комиссии. И там люди, может быть, не поняли. Сейчас я хочу показать, как это сделать на практике. Они говорят, покажи, покажи на практике, это не работает. Пожалуйста, смотрите. Посмотрите, вот это личный кабинет моего Сбербанка. Вот вы видите, здесь 6000 рублей на счете. Вот видите, 6000 рублей. Теперь смотрите, я захожу на свой банк Тинькофф. Вот, Тинькофф, 19.002. Нажимаю еще, пополнить. То есть я зашел в личный кабинет Тинькова. Пополняю. Откуда? Выбираю ту самую карту Сбербанка. Вот она. Выбрал. Пишу. 6000 рублей под ноль. То есть, если бы Сбербанк брал комиссию, перевод не произойдет. Смотрите. Сейчас вы будете перенаправлены на страницу. Вот она, страница. Введите одноразовый пароль. Списание средств, Тинькофф Банк, 6000 рублей. Пароль. Отправить. Там прожужжало, переведено. Все. Завершить. То есть, с карты Сбербанка списались деньги. Теперь смотрите, перевод с карты другого банка. Все, деньги у меня. Что дальше? Дальше я могу просто оплатить кому угодно. Вот Кириллу на карту, например. Эта карта будет Бинбанка. Кирилл – это мой сын. 6000 рублей. Посмотрите, Бинбанк. Комиссия не взимается. Если я нажму «Перевести», то деньги уйдут Кириллу. Я этого делать не буду, потому что я не собираюсь переводить Кириллу деньги. Итак, вы видели на практике, как это сделать. Как перевести карту с карты Сбербанка. Сначала мы перевели на Тинькофф без комиссии, потом с Тинькова без комиссии на карту другого банка. Дело в том, что Тинькофф переводит деньги без комиссии на карту любого банка российского. Без комиссии. Ну, в пределах там лимита 24 тысячи рублей в месяц. Поэтому я не стал переводить. Вот. А как завести карту Тинькофф? Там ссылочку внизу, видео, вы посмотрите. И то же самое можно сделать с карты Рокетбанка. В описании к данному видео вы увидите ссылку, мою ссылку. И вы сможете взять... По моей рекомендации карту Тинькофф Банка и по этой карте вы получите 3 месяца бесплатного обслуживания, что равносильно 300 рублям. Либо вы возьмете карту Рокетбанка, она вообще бесплатно обслуживается, но не во все города доставляется, к сожалению. И на карту Рокетбанка, благодаря вот моей ссылке, вы получите 500 Рокет рублей. Ну, что с ними делать и как их превратить в обычные рубли, это уже будет другое видео. Здесь все коротко и ясно. До встречи, с вами был Демитков Юрий.